президентом было принято решение, что все контракты, в которых все социальные условия для участвующих в СВО должны быть соблюдены. Я подписал контракт один из первых, потому что теперь мы приравниваемся к военнослужащим Министерства обороны. И все социальные льготы у нас теперь на высшем уровне. Верховный главнокомандующий всегда заботится о своем личном составе, поэтому ему не надо переживать о своих солдатах, которые здесь выполняют те задачи, которые перед ним стоят. Сегодня с нашим подразделением заключен контракт с Министерством обороны. Теперь наше подразделение, диверсионно-разведывательный казачий экспедиционный батальон «Сибирь», пользуется всеми правами и льготами, как и военнослужащие Министерства обороны. Благодаря этому семьи наших бойцов и казаков получили социальную защищенность. Подписал контракт отряд с Министерством обороны. Сейчас мои бойцы и их семьи социально защищены, так же, как и военнослужащие российской армии.